Дженнифер Энистон взяла слово на тему развода Джоли и Питта. Сказала, как отрезала. Ну, мы помним, Брэд Питт бросил Энистон ради Анджелины 11 лет назад, и вот сейчас Дженнифер не проявила сочувствия к бывшему супругу. «Да, это ваша карма», — говорит она. Друзья 47-летней актрисы рассказали, что она испытывает удовлетворение, что второй брак ее к супругу распался. Брэд и Дженнифер поженились в 2000-м, их отношения длились 5 лет. После расставания она долго не решалась на повторный брак. Ну, а жители интернета долго ждали комментариев от Энистон и предполагали, что та действительно будет довольна, и заранее заполнили сеть мемами. Вот они, знаменитые сцены из сериала «Друзья» с участием Энистон. Сейчас они идут совершенно с новым подтекстом. Где-то Дженнифер танцует в костюме черлидера, в другом она просто восторгается, корчит рожицы, все как сейчас. А вот певица Адель пытается спасти брак Анджелины и Брэда. На своем выступлении в Нью-Йорке она произнесла речь, которая очень удивила поклонников певицы. Зрители наслаждались голосом Адель, слушали песни, а вдруг артистка в перерыве воскликнула: «Брэнджелина разбита, закончилась целая эра». Потом она рассказала слушателям, что была шокирована вестями о разрыве. И Адель долго рассуждала и признала, что весь день думала об этой ситуации. В конце ее речи зал взорвался аплодисментами. Но различные интернет-издания, журналы уже составили свои версии причин развода Брэнджелины, изучив заявления близких к паре источников. Так, первое место – это измена Питта с Марион Котийяр. А вторая строчка – Джоли – плохая жена, якобы стала много выпивать и даже курит много. На третьем месте – версия, что Питт – плохой муж, не знает, как воспитывать детей, несознательно себя ведет и вообще курит и пьет, причем курит марихуану. Еще одна версия – во всем виновата Энистон, мол, она постаралась развести супругов. Что странно, сама-то она замужем. И, наконец, версия от интернет-пользователя, который набирает популярность: Джоли на самом деле пришелец.